Для одних это музыка, чтобы отвлечься. Для других просто возбужденная. Скутер – кусочек поп-истории. 25 лет. Скутер – это 25 лет. Тупые удары и тексты между нилисмос и нонсенс. Но также и 25 массовых казней и всемирный успех. Скутеры делают техно пригодным для потребления широкими массами в 90-х годах. Изначально HP Backstar и продюсер Йон Стелли все еще улыбаются на техно-сцене. Но песня «Хай» зажигается как ракета. «Хайпер, хайпер». У нас был прорыв с треком. «Гипер-гипер» в одночасье практически так, а затем внезапно оказался на сцене. Все это не было запланировано в таком виде. Соответственно, у нас вообще-то есть на протяжении всей карьеры, где нас немного подталкивают к тому, что так происходит. А потом к нам довольно рано пришли запросы из разных стран. Трудно поверить, что это было 25 лет назад. Безумие. Четверть века. На самом деле не верьте. С 23 десятками лучших мест «Скутер» – самая успешная немецкая группа с момента появления в чартах. При этом большинство ее хитов взяты из румпельной камеры истории поп-музыки. Мы обслуживаем друг друга с самого начала. Это почти тоже история «Скутера», что очень многие включают в себя только мелодии других художников или авторов. Но так было с самого начала. Такова танцевальная музыка, рециркулируйте орди. У этого есть отчасти прагматическая причина. Мы теперь не величайшие авторы песен. Значит, мы — это мы. Мы можем организовать, мы можем сделать ремиксы. Мы можем создавать звуки, мы можем ритм. Хорошо. Но тогда это тоже своего рода искусство — находить нужную мелодию, в какое бы время она ни была. Скутеры игнорируют границы жанра и вкуса. Даже Байзес Кармен – уравновешенный балерман на техно. Там мы тоже довольно нагло встретили Марию Каллас, а потом с таким же пароподобным звуком продолжили по-нашему. Это отлично работает, это здорово. 100% «Скутер» — так называется только что опубликованных «Best of Funbox». Повторный рыбный ход в классических местах. При этом пионеры танцевального тупого чувства еще раз доказывают причудливый юмор и чувство иронии. Потому что на этот раз обложка «Скутера» будет покрыта. Всемирно известная классическая пианистка Ольга Шопс интерпретирует хиты «Скутеров» и пытается объединить то, что не подходит друг другу. Я вижу во всех возможных областях, что люди сначала говорят, что они находят что-то нехорошее, прежде чем узнают об этом. И это такое дело. Когда я вижу вас, я думаю, что это на самом деле жаль. Потому что вы закрываетесь, сталкиваетесь с опытом или чем-то новым, что на самом деле может быть очень красивым. Взять песню «Скутера», которая имеет совершенно другой звуковой язык, и создать из нее что-то новое на пианино, имеет совершенно другой звуковой язык и совершенно другие возможности. Музыка «Скутера» всегда была там. И я думаю, что это так в нашем поколении. «Скутер» существовали всегда. 25 лет. «Скутер» — это целая вечность. Музыка для вечности, скорее всего, это не так. Но даже треки не могут не признать последовательность и прямолинейность музыки «Скутера». Будьте осторожны, даже после 25 лет, по-видимому, еще далеко не все кончено. Есть моменты, когда я подумываю о том, чтобы продать все имущество и разводить овец где-нибудь в Шотландии. Я так хорошо думаю. Представьте себе, что вы сейчас сидите там, и у вас есть несколько овец. Это считается постоянным. Чем я занимаюсь весь день? Это может быть 2 недели, а может быть и 3. Поэтому я предпочитаю оставить все как есть, и я думаю, что мне это просто понравится.